Участниками губернаторской программы по улучшению жилищных условий Григорьевы стали год назад, когда в семье появился 7-й ребенок – Ванечка. Вдевятером в однокомнатной квартире было тесновато. Александр Васильевич и Вера Анатольевна обратились за помощью в администрацию. Так Григорьевы стали одной из 23 подмосковных семей, которым в 2015 году положены сертификаты на улучшение жилищных условий. В рамках губернаторской программы, которая действует уже на протяжении 2 лет. Программа называется «Улучшение жилищных условий семьям, имеющим 7 и более детей». Семья Григорьевых получает сертификат от Московской области на 14 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Поздравляю вас. Спасибо большое. Здравствуйте. 14 миллионов от подмосковного правительства. Весомая поддержка многодетного семейства. Тем более, что профессия у главы семьи Александра Григорьева скромная. Он крановщик. Уроженец города Голицына, 25 лет отдал любимому предприятию. Верный труженик и семьянин, мечтает о собственном доме. Конечно, мы хотели приобрести домик с участком. Но так скажу, что в данный момент очень все дороговато. Григорьевы уже вторая многодетная семья из городского поселения «Лесной городок», которая стала участником губернаторской программы поддержки родителей с 7 и более детьми. Размер субсидий рассчитывался от количества членов семьи и уже имеющегося жилья. Они смогут себе приобрести, ну, как минимум 2-3-комнатные квартиры в этом микрорайоне. То есть у них площадь квартиры будет порядка 200 метров. Ну, 45 и 200 – это большая разница. Многие считают, что все многодетные семьи, они у нас такого размера остались в 18-19 веке. А на самом деле вот они здесь, сейчас. Это наше настоящее, не прошлое совершенно. Это наше будущее. Пока 11-месячный карапуз Ванечка делает свои первые шаги, родители размышляют о жилищных перспективах. Особенность программы – сроки реализации. До 20 декабря Григорий вы должны определиться с приобретением. Скорее всего, это будут 2 квартиры. Однако надежду на строительство собственного дома родители не теряют. Как отметил глава Одинцовского района Андрей Иванов, вопрос с выделением земельного участка для многодетной семьи Григорьевых до конца года должен быть тоже решен. Мария Подъяковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».